Всем здорово, пацаны, сейчас, короче, лужа такая охуенная. Тут плавает на матрасе. Так подожди, тут мало ебануто, должен идти. Походу, охуенно в лужу купаться. Кто ему деньги дал? А что, за деньги плавает, что по лужу? Я тебе, ТД, а я на море, бля. Как водичка, пацаны? Да. А ну, давайте, щукаря прыгните, пацаны, кто-нибудь. 2 гривны. О, пацан, как там сидится? Нормально на дне? Нормально. Гриваз даю, нырни. Сколько? 18 гривен? Да, там за 18 верну. Ха-ха-ха. Пацаны, а что там? Море у вас, да, типа? Как перешел, чешо? А как ты перешел? Это море у вас, типа, да, пацаны? Просто ходите? Пацаны, гриваз. А как вода теплая? Гриваз даю, блядь. Скажи-ка, вода теплая? Че, а че вы купаетесь? Как ты все гонишь, вы купаетесь? Что ты гонишь? Да, это как ты только что с воды вылез. Пацаны, что вы? Пацаны, Пацан, братан, это, что вы купаетесь? Нет. А за 2 рубля прыгнешь в воду? А, тебе уже дали, да, 2 рубля. Так пацаны, бери в шортах Умбра и батьковки Умбра. Братан, не они. Вода теплая? А за сотку тебе, да? Хуя, у него свой остров, понял? Он такой развивается, строит. Со столба, нахуй, принес? Со столба. Слышь, пацан, что ты хочешь сказать насчет этого, что происходит тут? Вот 2 малых только сейчас за 2 гривны ныряли вот там. Да, а ты не нырял, не? Нет. А, что-то не нырял. Не, не дурачок. А, то есть дурачки только прыгают. Да. А скажи такой вопрос, как социальный. Ты бы прыгнул за 50 гривен? Нет. А, за 100? Нет. А если я сейчас камеру выключу, еще раз скажу? Нет. Ну, не на камеру, да? Прыгнул бы? Я не прыгну. Не прыгнешь вообще? А ты прыгнешь? А что ты не хочешь прыгнуть? Я что, больной? Тебе не нравится вода тут? Не-не. Не речка, это болото. Зачем болото? Нормально, пацаны купаются, смотри. Пацаны, можете поплавать? Так, ну, просто они стесняются. О, братан, что, ты накупался? Курточка ходит. Что, тебе жестко вообще? Покупался. Как вода, братан? Стой, погоди. Отвали! Ты, тебе не нравится, что ли? Я тебя снимаю, это хорошо. Братан, ты куда? Так, ребятки, малым жестко у них. Тут свое море. Смотрите, если хотите сэкономить деньги, зачем вам море? Берете, приходите на 40, рублях, на 40 лет, тут охуенное море просто. И купайте. Две гривны, малые, даем мне. Давайте, пацаны. А что у тебя голос прокуренный такой? Ну ты сейчас, как уже такой, ну. Было, где ты проорал уже, вроде так кричишь, ну. На кого ты кричишь? На всяких. Нихуя себе, ты шо? Пройдем, Денис. Ты пацанов снимаешь. Пацаны, дайте ему в бороду, он ничего не сделал. Дай мне в бороду. Дай ему в бороду. Будет лезть, я его остановлю. Да что, пацаны, не хотите купаться больше? Уже накупались? Вам понравилась водичка? Водичка понравилась? Нормально. Вот так это нахуй, Павлоград, детка. Пидели, пидоры нахуй. Вот так нахуй отдыхают люди, ланы, Павлоградские. Уёбки, черти кудрявые, короче, вот так отдыхают Павлоград. Поэтому ебальники все затулили, купаемся в лужу. Это самый заебись. Это если у вас нету денег на море, вы можете скупаться на бесплатно на матрасе. Это будет заебись, понял, да? Вот такие моменты. Все, всем до встречи, всем пока.